Крыша едет. Сын Елены Яковлевой рассказал о проблемах со здоровьем. Сын Елены Яковлевой, Денис Шальных, рассказал о проблемах со здоровьем. Крайне редко болею и сваливаюсь с простудами, но когда это происходит, то срубает жестко. Все тело ломает, лимфоузлы воспаляются, а голова становится неподъемной. Мозги туго справляются с таким состоянием и начинают генерировать всякие флешбеки. И от них успешно выстраиваются ассоциативные цепочки, которые обычно мною убиваются в зародыше. Крыша едет, но от слабости над процессом никакого контроля, поделился Денис. Также Денис посетовал, что сейчас некому о нем позаботиться. От своей звездной мамы молодой человек давно съехал. Денис был женат, но в прошлом году его брак распался из-за измен. Напомним, недавно Денис Шальных принял радикальное решение – избавиться от татуировок на лице. Денис Шальных обратился в одну из столичных клиник, где удаляют татуировки при помощи лазера. Процедура пройдет в несколько сеансов и будет стоить порядка 150 тысяч рублей. Но сыну Елены Яковлевой сделали скидку. Совладелец фирмы оказался ее большим поклонником. На консультации Денис Шальных объяснил, что решился на удаление татуировок с лица, потому что они мешают ему в жизни и на работе. Процедура довольно болезненная, но быстрая. Денис стойко перенес первый сеанс и скоро привыкнет к боли, так как полностью чистое лицо у него будет только года через три. «Нам предстоит много работы, но это того стоит, никаких шрамов не останется», – рассказала врач.